В Сурхдигаре открыли школу борьбы. Это уже второе значимое событие, которое состоялось в селе за последнее время. Совсем недавно здесь распахнула свои двери и новая школа, равной которой нет во всей республике. Площадь обновленного борцовского зала 200 квадратных метров. Ремонтировали его 2 года. Завезли новое оборудование, привели в порядок служебные помещения. Одновременно в зале могут тренироваться более 20 спортсменов. Он оснащен душевыми, раздевалками. Появятся и новые тренажеры. Традиционную красную ленту перерезал глава Айравского района Борис Хомякоев. Он отметил, что средства на возрождение борцовского зала выделили неравнодушные спонсоры и жители Сурхдигары. Кто-то деньгами помогал, кто-то материалом, кто-то работал здесь. Вот таким методом сделали. На мой взгляд, получился очень хороший зал. Зал будет носить имя Сергея Тугановича Сабеева, заслуженного тренера СССР по вольной борьбе. Он много лет успешно работал в Северной Осетии, позже стал одним из основателей школы вольной борьбы в Казахстане. Воспитал более 30 мастеров спорта. Лучшим учеником Сергея Тугановича считается его сын Арават Сабеев, заслуженный мастер спорта, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр. На торжественное открытие зала, где вспоминали имя его отца, Арават прилетел из Вены. Он отметил, что такому событию рад особенно, так как всегда чувствовал тягу к малой родине. Многие, кто знал отца, они когда узнали об этом, очень с большим удовольствием внесли свою лепту в это. То, что сейчас получилось, это хороший результат. Я думаю, что это только начало и будет развиваться дальше. Думаю, надо будет немножко добавить инвентарь. Я надеюсь, что намного больше ребят будут здесь тренироваться, не только с Сурхдигары, может быть, даже с ближайших деревень.